Дэном Баланом, правильно? А каково с ним выступать? Вы уже как-нибудь пересекались с ним? Ну, я думаю, что мы нормально с ним познакомимся. Мы уже выступали с российской эстрадой и находили общий язык. А да, во-вторых, мы... выступать с Дэном Баланом – это не предел мечтаний. Ну, получается, вы снова приезжаете в Павлодар. Почему? Потому что Павлодар наш любимый город. Да, потому что Павлодар. Отсюда наш композитор Даурен Байназаров. Дерек, мы помним тебя, и весь Павлодар любит тебя. Так, как протекает ваш творческий процесс? Ведь, насколько мы знаем, вот Микки вроде начинал свою сольную карьеру параллельно группе, да? Я начинала, да, на самом деле у меня как бы процесс продолжается, и я как бы работаю, записываю свои треки, и вот и в скором будущем вы услышите, увидите. Да, а насчет группы Домино, мы записали уже новый альбом, записали новый клип на «Лови дыхание», хоть и не новая песня, но по большим просьбам всего СНГ даже, потому что были очень большие просьбы, мы записали именно на эту песню клип. Вот. Так что ждите хит. А вы обещали, что будет хит похлеще, чем «Наша лавочка». Но обещали, будет. Будет. Да. Вы знаете, похлеще хита, чем «Наша лавочка», найти трудно. На самом деле, но мы нашли это клип «Лови дыхание», и мы думаем, что он лучше. Скажите, вы сегодня пели вживьем или как? Как обычно. Вы думаете, да. Домино работает исключительно вживую. А ну здесь нет нормальных инструментов. Есть. Мы уже не были на саундчеке. Вы не были на саундчеке. Вы знаете, нам наш самый главный инструмент – это наш голос. Какую песню? Любую, на ваш взгляд. I am my. Это ее любимая песня. I am my. I am my. I am my. Все, хватит. Да. Мальчики, она сейчас не остановится. Мальчики. Она сейчас не остановится. Нет, она за нас все решает. Давайте не будем загадывать время. Наоборот, люди хотят услышать. Конечно, мы зачитаем сейчас вам такую телегу-матершину. Детка, don't stop, у нас все просто. Пьем без тоста, не говорим маста. Доживем до ста, а там уже матершина дальше. Пусть, давайте, наоборот, услышим. Нет. Мама, я не матерюсь. Цензура. Так. Хорошо, а как вы относитесь к интернету? Очень позитивно, интернет это перевернул весь мир. И каждый день в интернете проводит. А вот в интернете у вас не лестные отзывы. А вы знаете, в интернете лестных отзывов нету. На самом деле. Я советую вам не верить источникам из интернета. Ага. А почему вы не проводите интервью, презентации как бы в сети, а даете кучу денег на музыкальные телеканалы и другие для того, чтобы пропиарить? Я понял, я только что ответил на ваш вопрос. Мы не доверяем интернету, хотя это очень удобно, быстро и комфортно. Но мы не доверяем, мы хотим иметь контакт с людьми, да. Сейчас у вас нормальный контакт, но вместо этого выкладываете не одну тысячу долларов. У вас что, много денег? У нас хватает. Это конфиденциальный вопрос. Хватит. Хватает. Нет, у тебя хватает, у меня нет. Займи 100 долларов. У тебя хватает, у меня хватит. Все, отлично, хорошо. Все, пока. Пока.